Ну вот сегодня четверг, рыбный день, дорогие мои. 7 мая. Вот, рыбу я сардалью вот так пожарил. Вот с лимончиком, помидорами, зеленью, с зеленым луком. Это вообще обалденный вкус. И вот такой салатик. Ну, естественно, на десерт абрикосы. Вот, лимончиком, уже потом чай допивать. И вот хлебушек вот такой, из порта. Хлеб из порта. Здесь из порта экмеги. Очень вкусный хлеб, как наш ржаной. Вкуснятенько. Вот. Сардаля это вообще, это Сардиния по-нашему. Вот. Так что не будем изменять своим традициям. Четверг, рыбный день. Делать себе рыбные блюда. Уха можно. Можно с овощами, можно жареную, можно тушеную. Вот. Из рыбы можно приготовить тысячи блюд прекрасных, вкуснятинок. И пусть в вашем доме всегда будет праздник и хорошее настроение. Вот. И чтобы вы никогда не болели. И ваши близкие, даже враги тоже. Вот. Потому что все в руках Всевышнего. Всевышний нам дал жизнь. И ему решать, что с нами делать. И мы не вправе кому-то пожелать плохого. Вот. Поэтому живите в мире, в любви, согласии. Чтобы в ваших домах был праздник. Вот. Праздник вкуса. Погода суперская в дома. Любовь, шутки, юмор. А если нет, тогда живите одни, так тоже лучше, чем одиночество вдвоем. Вот. Всех вам благ, приятного аппетита, дорогие мои. Вот. Хорошим рыбным четвергом вас.